Друзья, привет! Первые покатушки весна 24 года. В своем телеграм-канале Ниву 007 я указал время и место сбора. По нашему маршруту есть небольшие лужицы, которые нам нужно будет проехать. Друзья, всем привет! Сегодня у нашего товарища Алексея день рождения. Едем на место локации пожарить мясо. Алексей, с днем рождения! Да, собрались мы небольшой компанией. Сейчас пробежимся по каждой машине. КМТ, занижение, самоблок. 225-70 на 16, Road Cruiser 11-2.0, 2 самоблока с занижения. Стоковый автомобиль, лифт 235-75 на 15. Так, китаец, но про него я толком ничего не знаю, Игорь потом расскажет. Резина МТ 215-65-16, Навьё, без самоблоков. Пятидверка, Сафари, 15-е, напомни размер. 90. Ну, короче, 30-е, да? Да, 30-е. Да, 30-е. 110-й Сафари. Да, только сейчас вот они взяли консервным ножом, отрезали, чтобы колеса не мешали. Да. Гудричи лысые и сзади самоблок. Невасик у нас сток, резина, кардиант оффроуд, без самоблока. Так, без сделали они силовой бампер, поставили лебедку, поставил вот такую защиту. Пневмоблокировка, но она у него не работает. Двигатель все сток, да, Алексей? Да. Так, китаец у нас первый пошел. Так, пока мы не травились. По клиренсу, смотрите, проходит хорошо. Мостами пока не цепляет. Тяжело, но выходит. Патриот у нас попер. Ну, смотрите, легко, в принципе, легко. Посмотрим, как Ниву проедут. Стоковый невасик на новой МТ шине. Пятидверочка на 30-х колесах. Только сейчас крылья подрезали, сделали лифт. Ну, легко, позволяет. Ну, уже спокойно. КМТ, занижение, самоблок. У нас вторая лужа. Но здесь подъем интересный. Мы уже должны намочить, в принципе. Даже ступичные подшипники еще не в воде. Паводок в Оренбургской области очень много затопило населенных пунктов. Ох, как он смело-то, а? У нас автомобиль один все-таки застрял. Вот тут надо есть. По луже понятно, что видно там накатано. Здесь грязь хорошая. Видно, мы верхний прокатнули, и автомобиль уже притонул.
Все. Здесь у нас получается солончак. На заднем приводе. Здесь только обороты помогают. У меня здесь не получилось проехать. Упираешься в подъем и все. Вот здесь КМТ. Он проехал. И в обратную сторону проехал. Но выехать ему тяжело. Конечно, МТ отличается от АТ-шки. Ветер, конечно, сильный. Извиняюсь за звук. Помню, здесь занижение и сзади самоблок установлен. Да, МТ-ха интереснее едет, намного интереснее. Потихоньку, видите, цепляется автомобиль, то есть шинами прокапывает скользкий вот этот вот, можно сказать, налет, грунт. Докапывается более-менее до сухого и вылазит. Все, выехал, молодец. Посмотрим, как у нас китаец проедет. По моему следу впереди подъем, который не дает выехать вам. Чем хорош лифт, то что в салон не попадает вода. Да, мосты в этой грязи, в жиже находятся. Полный привод сейчас подключенный. Ну не, навряд ли, навряд ли. Пытается просушить передними колесами, чтобы появился зацеп. Нет, это очень мало хода, очень мало хода. Надо качаться. Вот, все, давай, поперли вперед. Компостеры. Не хватило. Инерции не хватило. Но нет, в этом положении, мне кажется, он не выйдет. Теперь у нас два автомобиля. Китаец и патриот.
весь интерес, конечно, только вот в этом месте, где именно идет подъем. То есть справа, слева, в принципе, выехать можно. Самостоятельно уже назад не выйдешь. Но мотора не хватило. Посмотрим пятидверочку на 30-х колесах. Ох, как он. Вот это да, вот это красавец. Молодец. Подключил раздатку, то есть на пониженность сейчас долбит. То есть сейчас мотора хватает, но зацепа нету. Но пятидверочка, как видели, проехала спокойно. Эдгати в осадках сидит. Здесь патриот за лебедочку, за Ниву. И за счет лебедки он, конечно, вылезет. Понятней. Попала вода. Воздухозаборник. Пробуем после всех. Ну, волну нагребает впереди сильно. Так, так можно и хапануть, конечно. А, ну вот. Сейчас глуши. Воду хапнул. Глуши. Вот так вот, красавцы. Сцепление намокло, колесо не крутит. Выкатим, откроем фильтр, посмотрим, сырой, не сырой. Самое главное, чтобы в цилиндр вода не попала. Ну, китаец решил по более нежному пути проехать. Выезд там, как видите, легкий. Но все равно есть трудности, есть трудности. Хотя передние колеса уже стоят на сухом у него. Все. Здесь уже, конечно, не хватает резины. Она у него лысая. Давай, 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 уже не бросай!
Ну и смотрим на МТ. Ну, вообще легко, прям очень легко. На пятидверной Ниве все-таки хапнул, фильтр мокрый. Нужно в этом случае снять обязательно фильтр, посмотреть и выкрутить свечи. Посмотреть в цилиндрах, есть ли вода или нету. Выкручиваем все 4 свечи, прочихиваем и, в принципе, автомобиль должен завестись. Сейчас попробую я на своем Невасике после Нивы, которая заехала на МТ, вот здесь. У меня АТ-шка, Road Cruiser 11.2.0. Попробуем заехать. Установили новый фильтр, автомобиль завелся. Давай туда уж топчи! О, едет. Вот вам МТ-ха интересная. Показал уровень. К сожалению, АТ-шка моя, Road Cruiser 11.2.0, по грязи не едет. Замыливается и получается как лысая резина. Здесь какая резина у него, напомню? Сафари. А, Сафари. Сафари. Доехал до того места, где мы с вами переезжали. То есть поперек у нас следы получается. Но Сафари делают свое дело, парни, делают. Друзья, приехали на песчаный подъем. Первый у нас заезжает Нива. Карбюратор, да. Правильно, да? Шины у нас полулысые. Ну да, полулысые. Гудрич. Гудричи. Большой размер, никаких блокировок у нас нет. Блок сзади. А, сзади блок. Именно самоблок. А, самоблок. Давление сколько у тебя в шинах? Одна атмосфера. Молодец. Второй автомобиль у нас заезжает на Кама МТ. Давление? Так, занижение 3.07 примерно, да? И сзади самоблок. Работа МТ. Не хватило? О! Зайдет, зайдет, зайдет. Молодец. Третий автомобиль заезжает. А, в принципе, стоковый, да? Самоблоков, по-моему, нет. Нет. Только колеса 30-е, Сафари, да. То есть они здоровые. Вот. В раздатке занижения нет. Ох, как он, нифига себе. Вот это да, да? Вот зацеп колес. Четвертый автомобиль заезжает, стоковый МТ 215-65-16. Давление, сколько давления? Двоечка. Походу сцепление у него.
Молодец. Без самоблока, без всего сзади. Нет, стоковый патриот, МТХ, да, давление двушка, пневмоблокировка не работает. We'll be right back.